понедельник в поселке Бажово с фермы верблюдов убежал осел. Вечером животные, как обычно, были на выгоне. Осел Смурфик немного отстал от всех. В этот момент из соседних садов выскочила стая собак. Они напали на Смурфика и покусали его. Осел испугался и убежал в сторону города. Когда мы уже ехали за ним на машине, нам уже просто некоторые люди говорили, что его видели вот здесь, вот там. Но стало резко темно, и, может быть, он в какой-то проулок свернул. Он у нас потерялся из виду на 201-й шахты. Ну, в районе 201-й шахты. Там есть магазин и парикмахерская. И вот там его видели последний раз. Работники фермы искали осла весь вторник, с утра и до позднего вечера. Они опросили большое количество горожан, заходили в магазины, парикмахерские, на склады. Но Смурфика так и не нашли. О пропаже животного руководители фермы заявили в полицию. По всему городу расклеены объявления, размещена информация в социальных сетях. Фермеры очень ждут ослика домой. Вот у меня обращение к гражданам города Копейска и близлежащих районов. Если у вас ослик находится дома, то очень вас просим, верните нам его, пожалуйста. Мы даже оговорим с вами вознаграждение, ну, на то, которое вы согласны, и мы бы вас его с большим удовольствием забрали. В данный момент поиски продолжаются. Просьба всем, кто видел ослика, позвонить на ферму. Сообщить информацию можно по телефону 8 919 314 25 49.